Друзья и дорогие зрители, с вами снова Сэр Холмс, и продолжаем проходить Daggerfall. И мне все-таки удалось за кадром найти вот эти письма. Письма Морги, насколько я помню. Так. Нет, не Морги, мини-сэры. Да. Письма изрядно обгорели, но некоторые слова еще можно разобрать. В общем, квестовый предмет в крепости Некромоглин. Как мне и обещали... Данж оказался очень-очень геморным. То есть даже, наверное, еще более геморным, чем те, в которые меня посылали эти товарищи из храма, да, то есть... Воу! Ой, блин. Как это получилось вообще? Что это было? Ой, ладно, неважно. Так. Если бы я чуть быстрее среагировал, сейчас бы все получилось куда изящнее. Сейчас просто используем заклинание возврата, и это должно нас вытащить из текстуры. Почему я не могу его найти? А, вот. А где я оказался-то? Вот выход там. В общем, поиски квестового предмета у меня заняли столько же времени, сколько... Минут 40, да, то есть время серии. Вот, и да, давайте сразу прочитаем. Тут еще мышь вяло пролетела над вашей головой. Почему вяло? Вяло летучая мышь. Вон, да, давайте почитаем, что за письма мы нашли. Так, F6. Одежда и прочее. Вот это, наверное, они. Да-да-да, это они. Так, ну, вообще, напомню немного, что себя представляют эти письма мини-сэры. Мини-сэра — это свекровь королевы Daggerfall'а. Вроде бы. Ну, да-да-да. Что-то такое. Вот, она какую-то крепость содержала, вот эту, собственно, Некромоглин. И нас отправили сюда найти ее какие-то документы, письма, записи важные. Вот, и почитаем, что они себя представляют. Первая страница. «Был далеко так долго, душа моя». Вторая страница. «Целовал мои губы, но забыл слова, которые они шептали». Третья страница. «Она подозревает тебя в измене. Я поклонюсь». Я поклоняюсь, обожаю все твои стороны. Но твоя пустая корона и твое пустое обручальное кольцо, два круга, являющихся ловушкой, несущих тебе боль. Я была так тщеславна в пытках быть похожей на Медору Лизандуса. Тело и пить нектар из его руки. Любовь навсегда. Четвертая страница. Руки. Для поселения была выбрана еще более худшая участь. После того, как все мужчины-орки были убиты, и силь зорких женщин, которые намного слабее своих мужчин в... Так. В... Остались только старые и больные. И те были избиты до... Кто решился бы сказать Киродилу? Сиродилу, наверное. Умереть, просил пощады для своих собственных детей, но принц Кайло сказал, что дети вырастут, захотят отомстить. Так что только неразумный лидер проявит сочувствие к нелюдям. Он дал своим воинам возможность посвящаться убийству детей, и все они были убиты такими изощренными способами, что у меня даже не поднимается рука описать, что там происходило. Я видела все от начала и до конца, миледи. Прошу прощения, но ваш отец совершил величайшее зло из всех. Позор на мою голову, что я... Не решилась сказать «нет». Позор всем. Пятая страница. «Хочу забыть про свои обязанности. Вы и вместе. Будь проклят этот мир и его спокойствие. Позвольте мне положить это. Бетония позади. Я уничтожу их при Крингайне, пока они не умрут. Никто не должен даже подозревать, что король может сдаться».
Ясности пока это не вносит. Что ж, давайте вернемся в Daggerfall. Надеюсь, я прибуду туда днем. Потому что, как мы помним, по ночам тут обитают призраки. Да, здорово. Хоть и дождь, но день. Так, мне, пожалуйста, лошадку. Так, так, ну и сразу посмотрим. Да, просто на запад, наверное, на северо-запад, да? Так, здесь даже гильдия воинов. Да, северо-запад. Причем больше даже на север. Угу. Вот. А дальше я подглядел. Квесты будут в Эйристе, то есть там, где я поселился, выполняя задания храма. Ожидая, что какие-то там квесты появятся. Вот они появятся только вот сейчас. Тоже должно прийти письмо, но также сообщается, что письмо может не отображаться в инвентаре, то есть может случиться глюк, баг, как это обычно бывает с этой игрой, письмо не отобразится, поэтому рекомендуется самим сразу нанести визит Хенсельту, принц, насколько я помню, Лаэриста, и попросить квеста у него непосредственно. Что мы и сделаем, только сначала сдадим этот квест, продадимся потом и отправимся в Эйрест. И наконец-то заберу я свои кинжалы из кузницы. Давай. Ух. Как у вас тут мрачно, ребят. Как печально. Скажу честно, это не то, что я ожидал увидеть в этих письмах. Бедная Минисера. Весь двор знает, что ее муж, покойный король Лизандус, предпочитал лицо и тело другой женщины. Но она все еще пытается скрыть все доказательства этого. Ее преданность Лизандусу заслуживает уважения, в отличие от его фальшивой преданности императору. Бедные маленькие дети, убийство невинных просто ужасно. Мы знаем о варварстве орков, но они этого не заслужили. Довольно неожиданно, что Минисера не хотела знать, что ее отец был ответственен за это гротескное развлечение. Благодарю вас, месье, за доблесть и тактичность. Примите, пожалуйста, как знак моего почтения, небольшой подарок. Да, благословит вас Обливион. Слушай, и тебе туда же. 265 золотых. Храм мне и то больше платил. Ладно. Счастливо оставаться. Теперь мне не помешает выспаться хорошенько. Вот эти выходы из замков меня просто добивают, но это нечто. Да, погодка у нас не очень встречает. Где тут ближайшее? А, вот сразу налево. На лошади. Ну, наконец-то нащупал сюжетную линию. Теперь остается только надеяться, что уровень будет прокачиваться у нас. Да. Это похоже на таверну. Ну, а вообще, господа и дамы, пожалуй, не буду вас утомлять. Мне нужно еще будет восполнить магическую энергию. Собственно, тут отдохнуть. Возможно, еще починить предметы, так что это я сделаю все за кадром. Увидимся через секунду. Ну, собственно, все. В Daggerfall'е я закончил. Теперь можно двигаться в Эйрест. Магия восстановлена. Запас сил восстановлен. Лишнее все продано. Сколько мог денег снял из банка местного. Вот, навешал на себя кучу бафов. Ну, это есть суть моей тренировки. Единственный способ, которым я могу прокачиваться, грубо говоря. Ну ладно, не будем тянуть хата за квост и пойдем в Эйрест. Так, вот это с другого. Вот хорошо придумали, что у них
А что-то в тавернах останавливаться дешевле выходит. Странно. Я не против. Вот он, Вейрист снова. У меня все улучшились. Вейрист встречает нас прекрасной погодой. Письма пока не приходило, к сожалению. О, кстати. Почему это считается? Ингредиентом, интересно. Очень-очень интересно. Священная реликвия считается ингредиентом. Ну, наверное, можно что-то с нее сварить, какое-то великое священное зелье. Да, ну а мы прибыли. Ах, да, я ж что заходил-то сюда посмотреть. Ну да, не было тут ничего. Так что сейчас воспользуемся нашей лошадью, чтобы добраться до дворца и проверить. А я тут давно не был, уже забыл, как все тут. Северо-восток. Найти принца — это отдельная сложность. Он где-то там в задних комнатах дворца находится. А, да, и дворец-то тут такой в стиле Ренессанса у них, точно. Фризит, игра, фризит. Странно. Странно, очень странно и неприятно. Так, ну вот где-то там уже. Так, стоп, я сейчас лоханусь. Тут только один вход через эту зеленую изгородь. Зачем сделали такие дороги кривые? Я вам газон потомщу за это. Зи. Сейчас посмотрим. А если задание не даст он мне, то... Придется выполнять дальше задание храма. Что не очень приятно на самом деле. Да, Хенсельт, он где-то там сидит, я знаю. Вроде это он. Мне нужен посыльный, месье. Но не простой, слабый, легкомысленный наемник. Мне нужно доставить письмо величайшей важности одному высокопоставленному лицу, которое хорошо защищено от вторжения нежелательных лиц. По возвращении я не только награжу вас вот этой безделушкой, бердыш, но также замолвлю за вас словечко перед королевой и королем Вейрист. Кроме того, я дам вам кое-какую информацию, кстати, на дело творящихся в Даггерфолле. Сомневаюсь, что вы найдете ее еще где-либо. Ну как, эти условия приемлемы для вас? Да, интересно, конечно. Отлично, подходите ко мне завтра в это же время, я дам вам письмо, имя и место, где искать адресата. И чё к чему? Принц Хенсельт хочет встретиться со мной завтра в замке для выведения в курс предстоящего дела. Похоже, на этот раз я буду курьером. Да, журнал у нас вообще такой небогатый на записи. Ну, раз нам сказали, жди до завтра, то, собственно, и будем ждать. И раз такой случай представился, я схожу за кинжалом за моим. Стоит только вспомнить, где я его оставил. Сейчас посмотрим, погадаем. Так, если требуется как раз... Вот может быть в Кодинак щиты, да, даже скорее всего там. Все удобно, все рядом. Удивительно для этой игры. Кстати, деревья красивые. Приятно смотреть, приятный взору. Вообще, вызывают приятные ассоциации такие с самыми первыми играми, в которые я играл вообще в жизни. То была цивилизация первая. Ну и прочие такие небольшие игрушки там, вот тоже графика была подобная. Кстати, деревья, они вообще напомнили сетевую палитру, которая использовалась в цивилизации именно.
Еще прикольная игра очень. Угу. Еще закрыто. С 9 работаем. Так, ну все, дай мой кинжал. Ух ты, прикольно. А может так и оставить, кстати, бенный кинжал 9-14. Там-то 7-14. Так продать от него надо. Ну хотя, блин, она классная. Ну, в правую руку возьму кинжал, в левую там-то. О, прикольно. Все, и теперь остается переночевать. Ближайшая таверна где? Выдающийся хлам. А, так вот же рядом. На север. Так, стоп, я топлю, надо танк-то отремонтировать. Надеюсь, я правильно называю. Кстати, ребят, если знаете, в комментариях напишите, как правильно, танто или танто, или... И как еще это вообще можно? Все, один день, давай, вперед. Да шо ж так, я зацепляюсь за все знаки. Ну вообще, меня радует, что прогресс какой-то пошел. Добрый бретон, сколько дней тебе надо комнату? На 3 давай. В смысле на 3, на 1. Так. Хорошо. 24 часа, отсыпаемся. Там по-любому еще больше, чем сутки потребуется ему, чтобы починить эту фигню. Так что... Так что. О, бегать лучше стал. Но вообще пока уровень не растет никак. Ну хотя вспоминаю, с каким трудом нам дались эти два уровня последних. Да. А. Так, сразу, пожалуйста, мне верните мой кинжал. Вообще, ребят, вот... Приятно, можно даже сказать, играть в это. Представляю, что скоро я прикуплю себе нормальный компьютер, появится возможность играть во что-то современное и интересное. Ну, конечно, ничего не имею против Daggerfall, но... Думаю, многие со мной согласятся, что сейчас есть много игр более интересных, современных. Глупо было бы не согласиться. И хочется уже поиграть в что-нибудь такое. А то вот я долго не мог себя заставить наконец взять и найти вот эти письма мини-сэры. Действительно, долго их искал, там всего 10... Нет, 8 локаций ключевых. И в одной из этих локаций... Письма и будут. То есть тебе как повезет, либо в первой найдешь, либо в восьмой, где-то в самой заднице этого микромогана. Я нашел в 6-м. То есть так себе. Ну, Хенсельд, надеюсь, ты меня обрадуешь чем-то интересненьким сегодня. Да, кстати, я забываю сохраняться. Вот самый большой промах мой. Так вот. Да, и нас ждут и Morrowind, и Oblivion, и Skyrim, и, наверное, The Elder Scrolls 6 уже точно выйдет к тому моменту, как я начну это. Ну, все, закончу все эти. А, приветствую снова, месье. Вот письмо. Его нужно отдать лорду Кастелиану, главе Совета Старейшин, в настоящее время находящемуся в своем доме, резиденция Хардсмит, Чаренидж. Так, Чаренидж. Мне нужно, чтобы вы доставили письмо и вернулись обратно не позже, чем через 11 дней. Это существенно
Важный момент. Как я и рассчитывал, лорд Кастелян крайне ценит свое уединение. Будьте готовы. Вам могут оказать сопротивление по прибытии в резиденцию Хартсена. Настоятельно советую не читать письмо. Это отличная переписка. Если хотя бы слово из его содержимого вырвется наружу, я буду знать, кого в этом винить. Так, я надеюсь, тут камер видеонаблюдения нет. Уважаемый лорд Кастелиан, прошу прощения за необходимость доставки этого письма таким варварским способом. Но было просто невозможно встретиться с вами лично в замке по очень деликатному делу. Я давно убежден в вашей верности короне и нейтральности в внутренних делах. Уверяю, что всего лишь стремлюсь сохранить ваше достоинство. От возможного неблагоприятного развития событий. Проблема заключается в вашей сестре, леди Пасифе, живущей за границей, но при этом регулярно общающейся с членами двора. Я понимаю и уважаю вашу братскую любовь и привязанность к ней. На днях леди Пасифа прислала в ответ на мой вопрос несколько трогательных писем, написанных вашей рукой. Не испытывала ли ты восторг от погружения слепой спелой клубники в сливки? Я так мечтал о тебе, моя любовь. Моя душа желает тебя, сладкая моя, твоего прикосновения, дорогая. Моя душа потеряна навеки. Ох, господи. Мы-то с вами знаем о невидимости вашей любви к леди, но многие представители двора, боюсь, могут неверно истолковать все эти строки. Ее муж, насколько мне известно, отличается ревнивым нравом. Я долго думал, как избежать этого, его отрицательной реакции. И буду с нетерпением ждать вашего ответного предложения. Буду ждать вас в замке Вайрест, Хенсфит. Вайлоу. Извращенцы. Да подвинься ты, у меня важная миссия. Шантаж, короче, это. Ну. Так, теперь надо вспомнить, как называются все эти локации опять. Давай уже. Так, Чаренич. Найти. Чаренич. Давай. Ну да, забавно. То есть мы должны доставить вот письмо ему насильно просто. Блин, только не ночь. Ладно, надо остановиться в таверне и переждать ее просто. Проблемно будет найти нужную локацию таким макаром. Очень проблемно, я бы сказал. Привет. Изина Харткрофт. Харткрофт. Лорд Кастелян где? Ничего не знаю, говорит. Привет, парень. Вот я знаю, вы, парни, полезны. Не ты, только не ты. Ну? А, все шифруются. Конфиденциальная информация. Ты-то все должен знать. На восток отсюда. Хорошо. Ну, блин, восток-то это широкое понятие. Вот, прикольно, да? Так получается, с командировкой такой прибываю в провинциальный городок, тут снимаю... комнатку. Блин. Такая, да, командировочная комната в отеле. Так, еще не код. А сколько сейчас времени? 2,5 часов с дороги хотя бы выспись. Тик-тик-тик. Надеюсь, этот квест будет интересным, потому что, ну... Так, господа хорошие, мне нужно узнать, где находится лорд Кастелиан. На вашей карте отмечу, замечательно. Надо, так совсем рядом было. Так. Угу.
Блин, где двери у вас? Вообще просто забавно. Да, надо не забывать, что тут. Может быть, стража. Вы ждете, пока лорд Костелян читает письмо. Его лицо багровеет, руки начинают трястись. Хорошо, пожалуйста, подождите, пока я напишу ответ принцу Хелсету. Хенсет? Подожди, Хельсет, Хелсет. Хенсет. Что-то путаю. Ну, Хелсет, да, так он Хелсет. Написание ответа заняло у него всего лишь пару минут, потом он вручил конверт нам в руки. Это письмо открывали. Вы превысили полномочия курьера, месье Холмс. Так. Лорд Костелян приказал мне убить тебя. Он приказал мне сказать тебе, что слишком много знаешь. А. Ну так-то да. Это был фейл. Блин! Иди к чертям. Вы что, бесконечные, что ли? Блин! Это фейл. Ну так тогда, письма открывать это не вариант. У них же печати и все такое. Так что это я. Просто свалю от вас, ребят. Ну хотя, вот, блин. Ну я не могу этого не сделать просто, ну. Судя по всему, это ответное письмо. Вы ж проваливаетесь сразу. Так, еще будут желающие? Ой. Блин, теперь я провалился. Ха, смотри-ка, у него такая морда уникальная. Рад встрече, говорит. Ну, конечно, рад встрече. Оу! Так, это надо... Уладить надо это особым способом. Обморожение. Да ты... Какого черта? Блин. Один хп... Ну что такое-то? О, черт возьми. Ладно, давайте... Раз такая пьянка пошла. Принц Хелсет, я ценю вашу доброту и встречусь с вами так скоро, как вам будет удобно. Вам нравится в ваших посланиях больше, не смейте даже рассчитывать на мое доверие. Ладно, давайте сейчас попробуем второй вариант сразу за кадром. То есть без вскрытия письма доставим его собственно. Посмотрим, как он на это отреагирует. Да, вот эту всю мороку, типа добраться до точки, я сделаю за кадром, господа. Сейчас, минуту. Ну вот, теперь попробуем поговорить с ним, не открывая письма. Все-таки вот, где я слышал вариант имени Хенсельд и Хелсет? Хенсельд. Это же... Либо это два персонажа, либо это...
как бы вариации его имени, либо я одну из них придумал. Господа, тоже пишите Хелси Джейл, правильно звонит, да? Лорд, у меня есть для тебя письмо. Так. Все, да? Теперь посмотрим. Так, я не понял, ты мне отдал письмо? Да, не, давай не будем. Я просто хотел удостовериться, что это твое письмо, чувак. Не горячись. Так. Даггерфолл. Подожди, какой Даггерфолл? Чуть не уехал в Даггерфолл обратно. Это был бы файл года просто. Да, надо деньги в банк положить. Надо не забыть. У меня там часть в Даггерфолле осталась. Так. Я уж так привык, что призраки нападают в таких случаях. Что мне даже непривычно, что на этот раз никто не напал. Да, я помню, что на северо-западе находится. Так, а я могу на лошади летать, кстати? Да, замечательно. Ю-ху! Так-то намного лучше. Надо постепенно спускаться. Да, да, кстати, здорово, через... сейчас живую изгородь перемахну. А, тут как... Какой-то лабиринт, смотрите, у них. Ну и ну. Прикольно. А вот таких чуваков я еще не видел. То есть тут по сути это как бы статуи, но на самом деле это просто измененные текстурки монстров. То есть такого монстра мы тоже встретим когда-нибудь. Интересно, кто это такой. Вурдалак какой-то. Типа упырь. Упыри были варенья, тут что-то их нет. Так, лошадь. Стук копыт меня преследует, лол. Тикс. Где там Хенсельд? Курьерское поручение выполнено. Хенсельд. Да блин, я не знаю, Хенсельд или Хелсельд. Серьезно. Отлично, месье Холмс. Рост вашей репутации заслуживает особого внимания. Лорд Костелян будет более уступчив. Как бы то ни было, вот бердыш, как и было обещано. И пусть не говорят, что принц Хелсет не держит свое слово. О да, я обещал вам рассказать кое-что о сложившейся в Даггерфолле ситуации. We have a situation here. Я подозреваю, что моя семья хочет извлечь из этого больше, чем просто знания. Мы посылали советников с настоянием поберечься королю Лизандусу и королю Камерону. Регулировать свои отношения на поле битвы при Крингайне. Чё? Мы посылали советников с настоянием поберечься королю Лизандусу и королю Камерону. Регулировать свои отношения на поле битвы при... Короче, чтобы они охладили свое трахание. Лизандус просто до неприличия был предан императору, когда Камерон просто дрался за независимость. Согласно докладам советников, встречались они поздно вечером. Ну, встретились. Одна встреча была. Они не встречались там регулярно, а встретились, да. Потому что их силы были перехвачены по пути силами орков Гордвага. Гордвага. А орки тоже за независимость дерутся. Шорочью республику, говорят. О дальнейшем я слышал много историй, но один из наших советников прошел в палатку Лизандуса и успел приговорить с ним. Это все, что я знаю. Если мне станет известно еще что-то, или ситуация сдвинется с места, я пошлю за вами. Слушай, спасибо, конечно. Железный бердыш, лол.
Замечательно. У меня места нет даже его взять. Золота слишком много. Вот это фейл. Ну и в жопу твой бердыш тогда. А, подожди, я же могу в вазок? Нет, я не могу. А, черт, ладно. Это все равно херня, этот бердыш. Да. Ну, собственно, квест выполнен. Ничего себе, тетя. Ты кто? Катерис. Всегда рада встречать другого члена организации. А, ты из гильдии магов? Нифига себе, ты суровая. Какие слухи? Лорд Глорчом, новый правитель провинции Гаводон. А это где? Орден Лампы, лол, что за Орден Лампы? Здравствуйте, слухи. Лорд Костелян. Ничего не знаю. Ладно, бывай, бывай. Ну, замечательно, еще один сюжетный квест выполнен. Привет, месье. Модистер Гард. Что-то где-то я вас видел уже. Женщина, оденься. Интересно. Если вы не против потратить несколько дней и стать на 200 золотых, у меня задание требует скорости. Ну, в принципе, пока у нас... игра раздупляется для того, чтобы дать новый квест нам. Можно и выполнить еще один. Так что да, давай, рассказывай подробности. Великолепно. У меня есть осведомитель, такой-то, такой-то, из такого-то, такого-то места, которому нужна подзорная труба, чтобы продолжать наблюдение. Понятно. Я так понимаю, что он нашел что-то очень интересное для наших общих друзей. И это что-то надо доставить аккуратно. Вот труба. Унесите это местечко под названием Лев и Чиж вокруг Кромкфорд. Там получите дальнейшее указание. Дальше вам месье. Ну, давайте. Ух, как все у вас лагает тут, господа. Женщина, ты пьешь слишком много кофе или много скумы? Одно из двух. Такие глаза у нее дикие. Нет, я не буду оставаться внутри Вейрист, я хочу. А, кстати, заметили, что королевские персоны в Даггерфолле не спят вообще. Так, еще раз, какой-то там Кромкфорд. Да, округ Кромкфорд, Кромкфорд, округ. Округ Кром. Да, это оно. А, я походу на корабле доплыл. Хорош. Так, Лев и Чиж называется место. Ну, тут только одно место может быть. С названием Лев и Чиж, и это вот оно. Так, я же... Отличный выбор, месье. Позвольте представиться. Меня зовут Эдвор... Ну, неважно. Я знаю, что вы несете для меня подзорную трубу. Лорд Дарквард, как я знаю, говорил, что у меня для вас есть работенка. Возьмите вот эту штуковину, отнесите к знающимся, удел купец там-то, там-то, имя так-то, так-то, искать в имперская фактория. Дир Таунфилд. Ваше золото будет ждать вас там. Дир Таунфилд. Хорошо. Не будем терять времени. Ну, благо, это все тут недалеко еще. Давай пешком на этот раз. Не будем бороздить землю на корабле. Интересно. Имперская фактория, да? Как... Качественные вещи, магаз. Да, название это просто нечто. Ну, собственно, она там, я думаю. Так, время сколько? А, еще самый разгар ночи еще. Так, мне нужен вот такой-то. На северо-запад. Ну да. Надо просто дождаться рассвета. О, дешевые комнаты у вас тут. В вашем городке. Это хорошо.
В моей работе это важно. Ну, как в работе? В ремесле, скорее. Искателя приключений, да? Так, пожалуйста. 8, 10, 11 часов. До 9 утра это надо столько проспать. Так, меня опять перенесли. Интересно, почему так происходит, ребят? Я лунатик, наверное, точно. Главный герой лунатик. Так. А, ну вот, северо-запад. Дезориентировался что-то немного. Так, мы сразу прослоняемся, часик. А то знаю я это все. Ах да, главное не забыть потом за кадром в банк сходить. Здорово. Да не сбыт. Где у тебя прячется этот парень? Знаешь свое дело, купец, бла-бла-бла, что-то там. Должно быть у месье Холмс. Он рассказывал мне о вас. Я такой-то, позвольте мне глянуть на эту реликвию очень. Да, вот, на. Все, спасибо. Быстрый, быстрый квест. Ну вот, неплохо, неплохо. Прогресс есть. Мы успеваем за серию, господа, выполнить и сюжетные квесты, и побочные уже. Ну, побочные. Главное, чтобы он не был слишком... А, кстати, заметьте, за вот этот самый дебильный квест в мире, письма мини-серы, нам дали столько же ровно золота, сколько вот за этот, который занял у нас меньше 5 минут, да? Вот такая вот логичная игра Daggerfall. Ну что ж... Спасибо, что были со мной сегодня. На этом мы заканчиваем. Будем ждать следующих вестей от королевских семейств этого региона. И, ребят, благородные сэры, сэр Холмс конкретно, Daggerfall, лайки, подписки. Всем пока!